А мы продолжаем нашу трансляцию с митинга в честь присоединения Крыма к России. И сейчас со мной ребята из студотряда. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ваня, и я из Уральского федерального института. Меня зовут Антон, я тоже из Уральского федерального. Миша, Уральский федеральный. Так, ребята, давайте. И как мы с вами репетировали? 3, 4. Свердловский областной студенческий отряд. Любим Крым и Севастополь. Спасибо большое. Ребята, а вот объясните мне, пожалуйста, какое отношение Екатеринбург имеет к присоединению Крыма? Урал – это часть России. И, безусловно, Крым – наша гордость. Не стесняйся. Что это такое? Как это понять? Вы знаете? Нет, знаете? Не знаете? Нет, к сожалению, мы не знаем. Хорошо, спасибо большое, ребята.